Вот ты тут стоишь, полчаса что-то бьешь. Посмотри, сколько я за это время создал оружия. 38 кинжалов. Вот так-то. Неудачник. Завидуй мне. Возвращайся, когда пожелаешь. Ну-ка, давайте тебе посмотрим, почем у него вообще выучить. Хочешь быть как я? Хорошо. Почем у тебя, парень? 340. Не. Взято уроков на этом уровне. Все, видите, он дальше даже не это, не обучает. Возвращайся, когда пожелаешь. Что ты там сказал, пидо? Нужно что-то. Клинки, шлемы, практически все необходимое. А давайте скупать вообще все слитки. Почему бы и нет? Будем их складывать так, хопа на. Почему нет? Возвращайся, когда пожелаешь. Тебе тут всегда рад. Ох, сколько я золота потратил. Возвращаемся в White Run. Чтобы положить, во-первых, слитки, во-вторых... Блин, ну что от тебя? 20 перевеса. Это мне не нужно. Отнимает 18 единиц запаса сил. 26-28. Что, мне придется выкидывать, что ли, там, половину? Половину того, что я купил сейчас за 3000 где-то. Бивень мамонта один оставим. Так. Здесь у меня вряд ли что-то дешевое хранится и такое ненужное совершенно. Вот пища, например. Нафиг. Потом, если что, вернемся, заберем. Главное вспомнить, что я это здесь оставил. Да, перемещаемся в White Run самым быстрым способом. Теперь надо положить все слитки, обработать всю железную руду, не только железную, конечно, но вообще всю понакупал, потому что я много чего. Жесть, было 26, по-моему, тысяч золота, осталось там где-то 16. Противно так осознавать, когда тратишь все деньги, заработанные вообще таким количеством часов. В принципе, здесь куча возможностей заработать, так что я думаю, еще 5 раз достигну этой суммы. Главное, чтобы было пару тысяч там запас на подкуп, на покупку информации, на все остальное. А так у нас дом есть с бесконечным сундуком. Надеюсь, он все-таки бесконечный, а тут. Что тебе нужно? Сейчас поскладываю всего и вся. Потом окажется, что места нет, придется. Лезть уже тогда в Маркарт. Ты кражная. Да. Я ж мог вообще-то отдать просто маги. Половину веса, ну ладно.
Ну, в общем-то, все пока что. Так, можно поспать здесь до утра, потому что я опять приперся в город ночью. Мне честь так везет. В плане времени постоянно приходится ждать. Ну ладно, подождем твою маму, подождем твою мать. 5 дней уже скитаюсь без дела. Так. Выходим. И направляемся к домне. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещиц. И внутри еще побольше. Давай, 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 давай. Вот и все. Может, у тебя что-нибудь на продажу появилось? Не доводилось, только лучшее оружие и броня. О, опять железный слиток 10 штук. Обновляется, видать, каждый день. Уже 15 тысяч. Если что понадобится... Зайдем в дом, купим еще 20 слитков. Насколько я понимаю. Либо я не понимаю. У нас и мелкое оружие есть. Хм, клинки, шлемы. Практически все необходимое. 16. Еще 2 руды. Зачем уголь? С тобой приятно иметь дело. Конечно, я тут думаешь, единственный отец Ярл... клиент. Особенно... Укладывай. Если учесть, что я в таких масштабах все скупаю. Так. Железненько. Выходим. А теперь... Да, мне нужна кузница. Шестьдесят штук мы сейчас создадим. Представляете? Опять я перегружен. Выкладывай. Я жду. Да все, что доброму воину нужно. Текс. 60 тебе нужно? 60. Надо амулет этой торговли одеть. А то я что-то недополучаю своего. Да все, что доброму воину нужно. Да не то я хотел нажать. Да, приходится, если я хочу когда-нибудь сравняться в мастерстве с Йорлундом Серой Гривой. К слову, я только что закончила свое лучшее изделие. Я выковала меч для Ярла, Балгруфа-старшего. Это сюрприз. Даже не знаю, примет ли он его, но... Слушай, тебе не трудно отнести этот меч моему отцу, Провенту Савиничи. Он управитель при Ярле. Он найдет момент, чтобы преподнести подарок. О, да, пожалуй. Спасибо. С тебя 100 слитков минимум. Если что понадобится, ты не в магазин. Так. Что это за меч такой, интересно? Давайте посмотрим. Фу, фигня. Фигня, 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 фигня. Твой смотри, папаша с таким оружием сдохнет. Долго не проживет точно. Так, а куда идти-то?
Не в этом городе, что... А, не переключил. Так. Отнести бивень мамонта, отнести ядовитые колокольчики. Так. Украсть статую. Отнести меч Провентуса Авиничи. Драконий предел, как я и думал. Так, а можно через стеночку? Нет. Вряд ли. Это будет удобно. Лучше уж тогда просто через человеческий вход зайти. Мне нужны массовые поставки ресурсов в этот город. Хотя, в принципе, можно купить, прокрутить сутки, купить, прокрутить сутки, купить, прокрутить сутки. Я думаю, так будет работать. Оглядывай в небо и будь настороже. Открывай. Ну вот опять я шляюсь по замкам, мэриям всяким, собесам. Как пенсионер, господи. А где разруха мой, мной устроенная? Вот она. Оп. Оп. Оставил я себе наследство, а? Вот как знал, как знал. Вот выкинул уже 100 лет назад. Как будто знал, что вернусь сюда, когда мне будут нужны они. Что у ярла много дел. Возможно, я смогу тебе помочь. От Адрианы? А, это должно быть оружие для ярла. Бедная девочка так старается проявить себя. Я преподнесу его Балгруфу, когда он будет в настроении. Спасибо. Пожалуйста, возьми эти деньги в награду за услугу. 20 золота. Да чувак, ты меня что, за бомжа держишь? Ярл объявил награду тому, кто убьет великана. Вот, здесь все подробности. Великана. Ставки растут. Так. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. Да хранят тебя боги в битвах, друг. Если ты говоришь о войне, то я за Вайтран. Генерал Тулий и его имперские друзья уверены, что я должен быть на их стороне. Ульфрик Буревестник сказал бы, что я должен поддерживать его, поскольку он сражается за независимость Скайрима. Может, это и правда. Возможно, наступит день, когда мне придется обнажить меч против тех или других. Пока что он не настал. Благодаря толковому планированию и постоянной бдительности. Прямо сейчас мой придворный маг Фарингар продолжает изучать способы борьбы с этим ужасом. Кроме того, нам нужны немалые запасы воды, чтобы тушить пожары, которые неминуемо возникнут в результате атаки. Но самое наше главное оружие — доблесть. Если мы не сможем убить тварь, нам, по крайней мере, должно хватить твердости, чтобы отразить атаку. Это все, что мы можем, пока не найдутся отважные герои, способные уничтожить чудовищ. Не, не найдутся, я не собираюсь ничего делать. Наверняка думал, что это единственный способ заявить о себе. Да еще просто потому, что мог. Хорошая причина. Если ты не против, меня ждет мой город. Против. Ладно, давайте свалим отсюда подальше. Я нашел еще немножко слитков. Так что, в принципе, я рад. Придется подождать, видимо, еще сутки до начала рабочего дня нового. Видимо, у NPC должно обновиться количество запасов, чтобы я снова мог купить. А мне только это, в принципе, и нужно на данный момент. Ничего больше. Такую цель я себе поставил — раскачать кузнечное дело. Желательно до 100.